Ночь, снег. Всем привет, вы на Кутплей, и мы продолжаем играть в нашего милиционера. Или милиционера, ну как, что-то такое. Так, у нас впереди домик, да? Не очень-то приятные моменты. Что здесь интересного есть, что-нибудь? Нету. Это реально круто, круто сделано на вот этом движке. Приятненько. И зимушка такая реальная. Похоже, это поезд. Нужно успеть. Есть. Через несколько часов будем в городе. Там я найду телефон и позвоню Доку. Ты все-таки хочешь от меня избавиться? Но как же все то, через что мы прошли? Ты серьезно? От тебя одни неприятности. То есть это все? Это конец? Ты точно этого хочешь? Интересно. Да. Ну а что, с ума сходит? Блин, я не знаю. Есть такой вариант. Да, вот. Две концовки же идет. Одна концовка одна. Плохая, наверное, или другая хорошая. Наверное, я думаю, нет. Нет, я не хочу. Тогда что будет? Будем с глюками, да? С этими, с чуваком. Надо будет запомнить вариант. Я почему выбрал? Потому что сейчас надо будет, наверное, история о том, что оплатить монеты, как сказать, за него у нас в голове чувак другой, который убили не за, ну, просто что он видел. Вот. И он наверняка захочет отомстить. Да-да, пока-пока. Найти телефон и позвонить Доку. Перекрыто. Что-то не вижу будок. Так. Чтоб не сбили. О, телефон. Вижу. Док, это я. Узнали? Да, узнал.
тебя показывают по телевизору. Подозревают в убийстве. Что происходит? Он вернулся, док. Вернулся. Кто вернулся? Ты о чем? Тот, от кого мы избавились 2 года назад. Возможно, это прозвучит глупо, но это он убил человека. Помогите мне от него избавиться. Снова. Я же объяснял. Таблетки дают лишь временный эффект. Только ты мне можешь помочь. Как только он исчезнет, я сдамся. Так, хорошо. Я перезвоню через несколько минут. Жди звонка. Похоже, он тебя кинул. Да. И что делать теперь? Странно. Значит, пойдем к доку без приглашения. Не стоит рисковать. Что, возьмем трубку или нет? Все-таки возьмем. Основной полицейский арестован. Ну да. А куда идти-то? Поскорее бы это кошмар уже закончилось. Нужно остановиться где-нибудь и поспать. Сил нет. А завтра я решу, что делать дальше. Текст в газете. В скором времени ожидается подтепление. Синоптик обещает +10. Это значит, что скоро снег покинет наши улицы. Прощай, зима. Ну все, давай. На боковую. Снег все идет и идет, не прекращая. Давай спать. Какие там? О, пора спать. Я тоже согласен. Давай. Нормально. Потолок. О, шаг. Точно, вот снаружи. Часть 10. Ты попался. Таксишка? А, это мы на ней. Я сказал таксисту подождать меня. Теперь нужно найти дом Долка. Мы найдем. Надпись на стене, я ненавижу копов.
Я сюда полз ради этого? Да ладно. Не. Скажите нет. Я не могу. Дверь не открывается. Что? Йоу. Вот его дом. Впереди. Ну вон он, целый дом. Его. Ты кто? Похоже, сдал тебя, док. Самое время бежать. Что-то не побежишь за нами, да? Ах ты! Ой, котик. Это как так? Ну спаси, пацан. Найди ключ от наручников. О. Полицейский жетон. Здесь наш. О. Бежим. Нет, так нельзя. Нужно помочь им. Помочь? Обойдутся. Беги в лес, пока тебя не поймали. Ё-моё. Ну ты помогли. Что теперь делать? Я совсем запутался. А теперь ты вернешься в город и убьешь Дока. Он тебя подставил, нельзя все так оставлять. Да, ты прав. Я убью его. Он сказал, что поможет, а сам сдал меня копам. Вот урод. Ну. Такое, конечно. Станешь маньяком. Опа. Пуля. Что я наделал? Вот черт. Вы как? Вы живы? Пожалуйста. Нет, только не это. Мне случайно подстрелили охотник. Он вызвал скорую, и я был доставлен в больницу. После тщательного расследования я был отправлен на принудительное психиатрическое лечение. После этого я начал себе новую работу в порту. Мне удалось устроиться грузчиком на склад.
Отнести 3 коробки на грузовик. Осталось погрузить всего 3 коробки в грузовик, и я свободен. Интересно. На втором этаже склада стоит компьютер. Я хочу выяснить, кто такой Ричард Хилл и где он раньше жил. Возможно, осмотр его дома даст ответы на мои вопросы. А как мне туда залезть? А, вот. Так хорошо сделано, склава, ты смотри. Ричард... А что ты в перчатках? Фильм... Лол... Гугл? Лол Гугл? Странно, конечно, странно. Я не знаю, как это быть может вообще. Такое. То погоня, то там что-то такие еще выборы. Нет, классно насчет поезда, прикольно, так раз красиво так момент. Таких мало моментов, что насчет прибежал к поезду, надо прибежать, надо как-то запрыгнуть. Сценарий. Часть 11, дом, в котором мы его убили. Че, его убили? А, точно, это же этого чувака. А, это мы приехали на тачке, да? Это его... Так, подожди. А куда нам топать? Ну вот непонятно здесь. Вот ты стоишь и просто... И куда идти? Зачем? Мы идем в лес и непонятно куда. Не... Сам ищи. Что хочешь. На солнце идти или что? А вот он дом, да? Хибарка. Нет, это какой-то склад. Японская метрош... машинка какая-то. Митсубиши, наверное. Ты переоделся? В джинсяках? Да нам посрать вообще по воде. Секунду сохнем. Не замерзаем. Неизвестно. Что такое?
что это такое было. Не сам понял. Что найдем? На карте я отметил то странное место, о котором мы говорили вчера. Сам туда не ходи. Сегодня вечером пойдем вместе и проверим. Там, да? Тут туманчик, да? Что за хрень происходит? Чувак. Так, это мы здесь. А, это мы, ну, там были. Дом. Странное место. А здесь что? Мне туда не полезешь? Ты дурак, что? Дом. Дорогу мы перешли. Ну, вот она где-то здесь. Мы там были, жетон же взяли. Здесь мы были. Вот оно, странное место. Что мы здесь должны сделать? Друзья. Друганы. Кто-то шуршит. Чё шуршит? Зачем шуршит? И даже и дальше нету ничего. Странное такое. А здесь? А случайно не пришли отсюда? Этот дом не тот, который мне нужен.
Что за духаны здесь были? Ну, я не знаю даже. Здесь же дорога заканчивается. Ну и все. А, если вот только здесь идти? Ну вот здесь, по этому месту. Вот поэтому и говорю, что очень странно смотреть здесь и найти что-то. Забор. Где дом? А вот и дом, который нам нужен. Ну и чё? Это он? Это он, не он? Каких-то перелез. Не? О! Или залез. Здесь не прийти, логично. Здесь не залезть. И здесь нету прохода. О. То здесь есть все. Есть кто дома? Нету? Странно. Ну, кто-то водичку пьет. Уборщик. Радио. Сиралочка. Свинка, вентилятор. Да ладно, он не упокоенный? Не ожидал тебя здесь увидеть. Я думал, ты мертв. Что ты здесь делаешь? Не ожидал тебя здесь увидеть, ага. Помочь. Несмотря на то, что ты бросил меня умирать, я хочу помочь тебе. Я похороню твои останки в земле. И думаю, на этом все закончится. Делай то, зачем пришел. Но если ничего не выйдет, я буду вынужден забрать твое тело. Учти это.
Что да. Ну, как бы погребение, что нет? Да. И это все? А, молитва. Ты мертв. Так. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я думал, ты мертв. Что ты здесь делаешь? Думал, что ты настолько глуп, чтобы прийти сюда и сказать мне это. И? Ты говоришь, что я мертв. Необычное ощущение. Она захватила тело, и ты мертв. Сюда захватывает тело, смотри, а. Что тогда сделать? Что надо сделать? Что сделать? Может, это взять надо? Сжечь? Попробуем найти. Ну, какую-нибудь странную вещь нужно поискать, чем можно сломать замок. Чем? Лопатой? Можно попросовать замок лопатой, ну да. Ну что там? Так. Пожалуйста, здесь все, смотрите, поискать фонарик. Пусто, ничего. Ну, здесь ли как? Как смотрите, летит. Столе. Обидно. Ничего нету. Издевается, наверное, да?
там темно. Умри. Опа. Электричество дали. Деревянная дверь, ну. На электричество. Смешно. Сразу проверить. Здесь ничего нет. Первый день. И я не мог ничего с собой поделать. Голос в голове нашептал мне, что я должен копать. День десятый. Этот голос не говорил мне. Он говорил мне, что делать. Все это время я купил необходимое для раскопок. Здесь что-то есть в подвале. Нужно копать. День 24. Копать становится все сложнее. Похоже, понадобится динамит. День 25. Полиция заинтересовалась моими раскопками. Точнее говоря, им было интересно, для чего мне динамит. Придется им заплатить. День 30. Копы начинают наедать. Они хотят за свое молчание все больше денег. День 54. Сегодня у меня поднялась температура. Не могу копать. День 101. Наконец-то я сделал это. Я нашел нечто, похоже на какой-то артефакт. 125 день. Не знаю, что со мной, но мне очень плохо. Этот артефакт как-то повлиял на меня. Надеюсь, я не умру. День 145. Копы мертвы. Я не очень. Больше записи нет. Несколько страниц журнала отсутствует. На несколько парней известный артефакт, который превратил в него... Вы нечто. Историю смерти, которую он рассказал, полная чушь. Нужно подумать, что дальше. Я нашел ключ. Найдите артефакт, о котором упоминал Ричард. Ну, значит, он где-то здесь, наверное. Опа. Похоже, это полицейские. Точнее говоря, что от них осталось. Одни скелеты. Интересно, что с ними случилось. Неужели он заставил их работать в шахте? Тогда это много объясняет. Вести раскопки в одиночку было очень сложно. Да. Нужно вернуться снова включить рубильник. А где рубильник? Здесь вроде, да? Угу. Странное чувство. Опа.
здесь нету ничего. Проходим сюда. Нет, не проходим. Почему не проходим-то? Даже странно. Свет есть. Все есть. Чуть счастье надо. Для счастья. Даже странно. А, здесь, воу. Интересно, динамит. С помощью динамита могу попробовать уничтожить артефакт? Нужно здесь с собой немного. Что? Он идет, нужно спрятаться. Он не должен меня найти. Нафига он дурак? Ты он открыл? Прямой может, да? Дурачок. Ах. Ну, быстро бегает. Долетишь до сюда, нет? Нет, смотри. Опа. Он? Осталось только поджечь. Урод. Снимайся. Найти выход из пещеры. Часть вторая, гнездо.
тело. Так, давайте на этом определимся, где.